Ну, такие продукты точно не должны продаваться в магазине. Это уже явно они не первый день лежат. И такой некондиции, а также просрочки на прилавках сетевого магазина на улице Дружба полно. В поисках испорченных продуктов в рейд вышли депутаты «Единой России» и волонтеры. Буквально за несколько минут проверки ревизоры набивают полные корзины с гнилыми фруктами, просроченными овощами, хлебными и молочными товарами, в том числе детскими. Просроченный товар, тем более детский. На что тем более следует обращать внимание, такого просто не должно быть в наших магазинах. Всю просрочку презентуют директору магазина. Тут же упаковки вскрывают и выбрасывают. Народный контроль в магазинах депутаты и волонтеры проводят дважды в неделю. И по словам народных избранников, это приносит свои плоды. Радует, конечно, одно, что процент, который мы находим продуктов с просроченным сроком годности, он уменьшается. То есть это говорит о том, что данный проект он нужен, то, что нас слышат, и он полезный, конечно, для жителей. Потому что вот там, прошу прощения, сзади как раз дедушка, вот он плохо видит, спрашивает нас, просит помочь ему разглядеть срок годности, и, конечно, мы должны это исключить, чтобы человек, не дай бог, не взял продукцию, она была просрочена. Если же покупатели сами стали свидетелями многочисленной просрочки на прилавках, надо обращаться в Роспотребнадзор или к депутатам Совета депутатов Химок.